Вряд ли найдется человек, который никогда не слышал о таком инфекционном заболевании, как грипп. А уж испытавший все его прелести на себе, точно не забудет этот больничный и всеми силами постарается избежать его впредь. Грипп имеет свою определенную клиническую картину. Это высокая температура тела, 39 и выше, которая плохо снижается жаропонижающими препаратами. Это симптомы интоксикации, выраженные мышечные боли, головная боль, боль при движении глазными яблоками. И катаральные симптомы, которые сопровождаются заложенностью носа и сухим приступообразным кашлем. С каждым годом все больше людей выбирают вакцинопрофилактику в качестве главного метода борьбы против осенне-зимних болезней и простуд. И расчет зачастую оправдан. По статистике, риск заболеть у привитых почти на 80% ниже, чем у тех, кто иммунизацию не прошел. Вакцинация показала, что привитые люди болеют на 78% ниже, чем непривитые. И кроме того, вакцинация в первую очередь направлена на предупреждение таких серьезных осложнений, как пневмония, бронхит, отиты и так далее. Кроме того, могут быть такие осложнения вплоть до поражения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, но и не исключены также и смертельные исходы. С 1 октября в стране стартовала повсеместная вакцинация против ОРВИ и гриппа. Оптимальные сроки проведения – около полутора месяцев до начала подъема заболеваемости, а значит, подумать об укреплении иммунитета стоит уже сейчас. Тем более, что во все поликлиники города необходимые препараты поступили. Определенным категориям граждан, в частности из группы риска, такую стимуляцию иммунной системы проводят за счет средств бюджета. Остальные смогут привиться на платной основе. В организации здравоохранения города Бреста ожидается поступление вакцины, приобретенной за счет республиканского и местного бюджета для вакцинации определенных категорий граждан на бюджетной основе, то есть это лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники учреждения образования, школьники, а также поступление вакцины для реализации возможности вакцинации граждан за счет собственных средств, а также вакцинации за счет средств предприятий и сотрудников. Получить информацию по вопросам стоимости и сроков вакцинации против гриппа можно во всех организациях здравоохранения города. И врачи настоятельно рекомендуют не тянуть до последнего, а позаботиться о своем зимнем иммунитете заранее.